Друзья, всем привет! Давненько уже не было видеообзоров. Всем, наверное, уже поднадоели, да, вот эти все майнилки, тапалки. Ну, конечно же, ожидается самый такой крупный аирдроп, это от Hamster Combat. Но все равно, да, нету такого конкретного понимания, что мы получаем, сколько мы заработаем. Как бы денежку уже хочется заработать. Правильно, да, друзья? Я думаю, напишите в комментариях, вы также думаете, как и я, что пора бы уже зарабатывать что-то, а не просто тапать, майнить и зарабатывать какие-то непонятные монетки. И долго, очень долго ждать. Вот сволочи, да, играют на наших нервах. Ожидать каких-то листингов и этих самых миллионов долларов. Напишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поддерживаете вы меня или нет? Да, конечно, несомненно, Notcoin, самая первая тапалка, всех порадовала, да. Очень многие заработали, и заработали неплохо. И на этом хайпе, да, начали появляться новые подобные проекты, тапалки, и потом майнилки, там NearWallet, WaffWallet. Где-то мы зарабатываем что-то, какую-то копеечку, а где-то просто тапаем, майним непонятно какие монетки и не знаем, что от этого ожидать. И вот, друзья, как раз таки сегодня я хочу вам рассказать о настоящем уже заработке. Эти денежки можно пощупать, их можно заработать, и как это сделать, я расскажу в данном видеоролике. Поэтому, друзья, обязательно посмотрите данный ролик до конца, чтобы не упустить всю важную информацию. Ну и, конечно же, можете поставить лайк авансом. Кстати, друзья, пока далеко не ушел, тот, кто меня послушал, да, застейкал монетки, получил статус Gold и Platinum, то официально канал анонсировали информацию, что будут хорошие плюшки за это. И, скорее всего, мы сможем скоро вывести свои застейканные монетки, и наш статус от этого не пропадет. Это вот из разряда хорошей новости. Ну и давайте, друзья, теперь поговорим о настоящем заработке. Эти монетки мы сможем заработать. И, кстати, что это за монетки, друзья, вы, наверное, уже догадались. Это, конечно же, токены Notcoin, которые сейчас на хайпе. Эмиссия монет завершена. Больше новых монет создаваться не будут. Они будут только сжигаться. Все монеты находятся 90% у пользователей. Курс многих очень радует, меня, кстати, на самом деле тоже. А так как монетки будут только уменьшаться, то, друзья, ну, в будущем это, возможно, новый биткоин. Может быть, стоит подождать 2-3 года, а то и 5 лет, и мы будем очень приятно удивлены. И вот как раз-таки я за то, чтобы нафармить этих ноткоинов как можно больше. Я делал несколько постов по акции от биржи OKX. Да, друзья, здесь нужны вложения, но, по сути, это безрисковый заработок. Здесь не нужно куда-то вложить под проценты и бояться за то, что монетки куда-то уйдут ваши, да, заработанные ваши кровные. Просто за выполнение простых действий, там, за пополнение, за депозит, за объем торговли мы гарантированно получаем какое-то количество монеток. В данный момент, вот, друзья, один из моих первых постов, я тут расписал инструкцию, как зарегистрироваться на бирже, как участвовать в акции, и давайте я вам это все буду по порядку показывать. И сколько здесь мы вообще можем заработать? Друзья, по моим подсчетам, мы минимум можем заработать от 30 долларов, это прям в худшем случае. Но по факту, друзья, мы заработаем намного больше, и я расскажу, как. Не только на одной вот этой акции, а Airdrop Fest на бирже OKX. Для тех, кто еще не участвовал в этой акции, прям это будет огромный сюрприз. Ну и давайте, друзья, погнали, да? Переходим, как обычно, по ссылке в описании. Вы попадете на данный пост. Здесь, друзья, есть ссылочка на биржу OKX. Если зарегистрироваться именно по моей ссылке, то вы получаете 100% возврат за ваши первые 5 сделок. То есть, друзья, я когда выполнял условия этой акции, за первые 5 сделок, да, я потратил какую-то комиссию, а вы эту комиссию не потратите, это уже будет плюс. Что мы делаем дальше? После того, как зарегистрировались, да, я показал вот здесь вот на скриншоте, нажимаем на кнопку «Участвовать», ну, все это сейчас по порядку покажу.
И вот, кстати, друзья, от меня вам будет огромный бонус. Если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, вы будете получать от меня 50% рефбэк. Я буду возвращать вам вашу потраченную комиссию за сделки. Я считаю, это очень круто, и мало блогеров делится своим заработком со своими подписчиками. И решил возвращать вам часть вашей потраченной комиссии, чтобы у вас было меньше убытка. Но по факту вы в любом случае заработаете. То есть вы зарегистрировались по моей ссылке, вы сделали какой-то торговый объем, потратили на эту комиссию, например, там $10. Я за это получаю примерно $5. И с этих $5 я отдаю вам $2.5. Выгодно? Я думаю, выгодно. И все в плюсе. В общем, после регистрации нужно обязательно пройти верификацию KYC. Это обязательно условие, иначе у вас ничего не получится. Тоже это чуть позже расскажу и покажу. И вот такой, друзья, важный, очень важный момент. Для тех, у кого уже есть аккаунт на OKX, там и пройдена верификация, но вы все-таки хотите получать от меня рефбэк, хотите стать частью моей команды, есть один вариант, как это сделать. Я об этом рассказывать не буду. Для тех, кто уже зарегистрирован на бирже, но хочет получать плюшки от меня, просто напишите мне. И вот, друзья, здесь мои контакты. Я дам инструкцию, как можно перенести аккаунт, даже если вы уже зарегистрированы. Там, друзья, в принципе, ничего сложного. На бирже, друзья, ну вообще, это очень важно иметь аккаунты на всех возможных биржах. Потому что проходит очень много разных акций, и на всех этих акциях можно неплохо зарабатывать. При том, что я считаю, это один из самых таких актуальных заработков на акциях от биржи, прибыльным и практически без рисков. Почему говорю практически? Ну, потому что там теряется какая-то малая часть на комиссиях. Но и то при правильном подходе можно вообще еще и в плюс уйти до окончания какой-либо акции и раздачи аирдропа. И я тоже сейчас об этом вам расскажу. Ну, в общем, после того, когда перешли по ссылке, зарегистрировались на OKX, давайте сейчас перейдем на саму биржу. Вот так вот выглядит наша биржа, да? Мы зарегистрировались. Дальше нам нужно проверить верификацию KYC. У меня, видите, она верификация пройдена. Тут, друзья, все просто. Она проходится буквально там за 10 минут. Тут просто нужно указать свои данные, фото своего документа, там на выбор дается права или паспорт, и сделать селфи. И все, друзья, в течение 10 минут верификация у вас будет пройдена, и у вас будет полноценный аккаунт. После того, как это сделали, теперь нам нужно подтвердить свое участие в этих акциях. Друзья, давайте, вот, например, самая сейчас такая топовая акция – это Airdrop Fest на OKX. Нажимаем на «Участвовать». Обязательно нажимаем «Присоединиться». Вот у меня, видите, написано «Вы присоединились». Вам нужно это сделать. Ну, давайте я сейчас немножко поподробнее расскажу именно об этой акции, а потом расскажу, как можно заработать дополнительно на других акциях, где можно заработать еще больше. Внимательно, друзья, читаем условия. Здесь мы получаем награду от 1 тон, либо 1 тон, либо 500 нот, ноткоин. Что мы делаем дальше? Нам нужно первым делом сделать депозит. Вот, друзья, давайте я покажу вам. У меня это задание уже выполнено. У вас будет вот так же, как кнопка торговать, только будет написано сделать депозит. Сейчас мы к этому придем. За депозит мы получаем один тикет. Мы сразу же можем его открыть и посмотреть, что мы заработали. Вот, друзья, видите, у меня открыто 5 призов. Чисто за депозит мы получаем один тикет. И получаем гарантированный приз от 1 тон 500 ноткоин до 50, друзья, тысяч ноткоинов. А это, друзья, уже не маленькие деньги. И давайте посмотрим мои награды. Я открыл 5 тикетов, получил за каждый тикет по 500 ноткоин. Это на самом деле мне не очень повезло, но многим, кого я знаю, они зарабатывали по 1500, по 3000 ноткоин. И даже мне присылал подписчик свой скриншот, что ему выпало 50 тысяч ноткоинов. Друзья, только представьте, да?
Он открыл один тикет, сделал депозит на $100, открыл один тикет и получил 50 тысяч ноткоинов. Давайте посмотрим, сколько это стоит. Давайте введем 50 тысяч монеток. $904 он получил за открытие одного тикета. Друзья, ну согласитесь, да, неплохо. Ну или давайте теперь посчитаем, сколько я получил. Я получил 2500, получается, тот коин. $45, друзья, я получил. Но потратил я всего-навсего на комиссию около в районе $12. Давайте от 45 отнимем $12. Это получается 33 примерно доллара. Ну, это потому что сейчас курс немножко просел, но ничего страшного. То есть чистая прибыль моя составила $33. За то, что я сделал депозит, сделал торговый объем. То есть, по сути, я ничего не потерял и еще плюс на этом заработал. Я, друзья, открыл 5 тикетов, да, но рекомендую все-таки делать 4 тикета. Это на самом деле меньше затрат и намного это все быстрее делается. Давайте расскажу, что тут нужно конкретно делать. Вот первый тикет мы получили за депозит. А второй тикет мы получаем за торговый объем $1000. Это прям делается быстро очень. Третий тикет делаем за 5000 оборота. Четвертый тикет получаем за 10 тысяч оборота. Вот как раз таки, друзья, рекомендую делать 10 тысяч оборота. Это менее всего затратнее на комиссию. Но я все-таки рискнул и сделал еще 30 тысяч оборотов. Но я все равно в любом случае остаюсь в плюсе. И это, друзья, делается очень легко. Я вам сейчас это покажу, как это делается. Также, друзья, здесь можно получать дополнительные тикеты. Вот, например, друзья, посмотрите, да, за 2 миллиона оборота. Это особенно касается опытных трейдеров, да, которые торгуют огромными суммами и умеют торговать на самом деле. То почему бы и нет? За $1 миллион, за 300 тысяч, за 50 тысяч. Короче, друзья, в общей сложности можно получить аж 10 тикетов, которых может выпасть от 500 ноткоинов до 50 тысяч, да, ну, грубо говоря, до $1000. В общем, друзья, внимательно читаем условия акции. Тут, кстати, такой важный момент. Акция длится до 27 июня, то есть и по условиям тут нужно продержать свой депозит от $100 на счету, то есть не выводить его никуда, а именно продержать свой депозит до 27 июня, и тогда мы получим свою награду в виде, вот, если посмотреть, как у меня, то я получу 2500 ноткоин, и тогда уже спокойно могу вывести свой депозит. Это тоже, друзья, очень важно понимать. Не получится сделать так, сделать депозит, открыть все награды и вывести свои заработанные средства. А теперь, друзья, вот такая очень классная информация для тех, кто еще вообще не участвовал ни в одной акции от этой биржи. Да, я уже делал несколько постов только по одной от этой акции по ноткоину. И за это время появилось еще две дополнительно похожие акции. Но там условия намного проще, друзья. И что я рекомендую сделать для новичков особенно? Если вы еще не делали депозит, там не регистрировались на бирже, да, после того, как зарегистрировались, вы переходите вот в эту вкладочку, где все вот эти баннеры. То есть вот первая акция Airdrop Fest, да, о которой говорил чуть ранее. Дальше, друзья, смотрите, появилась дополнительная акция «Разделите призовой фонд». Вот перед тем самым, как делать депозит, сначала нужно перейти во все эти акции и нажать кнопку «Присоединиться». И тогда этот депозит засчитается сразу в 3 акции, друзья. Если мне пришлось делать новый депозит, чтобы поучаствовать в этой акции, то вам придется делать всего лишь один раз. И это, друзья, я считаю очень круто. Здесь условия намного проще, друзья, сделать депозит и сделать торговый объем всего лишь $500, друзья. Как это сделать, да? Так, давайте, вот это одна акция, и, друзья, здесь есть еще одна. Пролистываем. Вот, друзья, еще одна акция, где мы можем получить долю от токенов Ульти. Также нажимаем «Участвовать».
И все, друзья, присоединяемся к этой акции, и мы будем сразу в трех акциях. Если, например, мы делаем торговый объем, как я рекомендую, 10 тысяч долларов оборота для того, чтобы получить 4 тикета в ноткоинах. А здесь всего лишь такая же акция, нам нужно сделать объем всего лишь 500 долларов, друзья. То есть мы делаем всего лишь один депозит и участвуем сразу в трех акциях. Если, друзья, вы не видите в этих слайдах те акции, о которых я рассказал, можно сделать вот так. Переходим слева наверху, нажимаем на центр наград, компании. И здесь, друзья, будут все эти компании. Просто нажимаем присоединиться. Вот они, друзья, мои все компании, в которых я участвую. Теперь важная информация прям для новичков, которые не знают, как сделать депозит. Друзья, переходим во вкладку «Активы». Нам нужно сделать депозит как минимум 100 долларов. Но я рекомендую все-таки, если взять акцию Airdrop Fest с ноткоином, то как минимум сделать депозит 115 долларов, потому что там потратите на комиссию где-то около 10-12 долларов, и чтобы остался ваш чистый депозит до 27 числа. Иначе, если этого не произойдет, то бонусы, которые вы заработали, вы просто-напросто не получите. Это тоже важный момент, друзья. Далее, друзья, нажимаем пополнение. Пополнять можно в любой криптовалюте. Главное, чтобы был эквиваленту минимум 100 долларов. Я, например, пополнял в ноткоинах, друзья, но можно в USDT. Давайте как раз таки я покажу, как в USDT это делать. Ну, давайте, друзья, нажимаем пополнение. Далее криптодепозит. И давайте покажу на примере USDT. Выбираем USDT. Выбираем подходящую для нас сеть. На данный момент одна из самых выгодных — это USDT TRC-20. Далее, что мы делаем? Так, выбираем ее. Генерируется наш адрес. Можем выбрать основной аккаунт, либо сразу торговый. Тут без разницы. Потом можно это все перевести. Далее, друзья, переходим в свой браузер. В поисковой строке вводим, ну, например, давайте на русском языке. Best Change. А вот прям, друзья, оно высвечивается. Нам нужно вот этот сайт bestchange.ru, это мониторинг обменников. Переходим по данной ссылке. Мы попадаем на такой вот сайт. Ну, давайте, друзья, я покажу, например, как пополнить со своей карты Сбербанка, да. Здесь вот выбираем Сбербанк, а нам нужно USDT TRC-20, друзья. Вот, ищем. Вот, друзья, видите, Tether TRC-20, это и есть USDT TRC-20. Выбираем его. Теперь мы отдаем примерный курс 94-95 рублей. Нам нужно, да, где-то 115 долларов. Сюда вводим 11 тысяч, наверное. Вот, друзья, 11 тысяч рублей, у нас получается 116 долларов. Далее в этом списке ищем, вот чтобы циферка прям выделялась. Так вот черным жирным шрифтом. Все, выбираем этот обменник. Переходим по ссылке, да. Вводим сюда сумму. 11 тысяч рублей. Мы получаем, друзья, вот видите, сразу автоматически отображается 115 долларов. Вводим номер карты. Сюда вставляем адрес кошелька из биржи. То есть вот этот адрес мы копируем. Проверяем еще раз сеть. Видите, да, USDT TRC-20. Копируем адрес кошелька. Вставляем в данное поле. Ну, конечно же, тут вводите номер карты, ваш номер телефона, электронную почту. Нажимаете «Я не робот» и переходите к оплате. Все делаем максимально по инструкции, как здесь пишут, друзья. Если что, здесь есть служба поддержки. Можете в любой момент задать вас интересующий вопрос. Это один из обменников. Их, друзья, на самом деле очень много, но они по визуалу, в принципе, все похожи. Сумма, та сумма, которую вы отдаете, откуда вы ее отдаете, да, здесь это номер карты.
сумма получения и адрес кошелька, куда вы хотите отправить эту сумму. И все, друзья, ждете пополнения примерно до 1 часа. И тем самым мы сделали чистый депозит и теперь участвуем сразу в 3 акциях. Ну, давайте покажу на примере монетки ATH. Здесь у нас по условиям нам нужно достигнуть объема торгов $500. Я его еще не делал. Вот сейчас как раз таки и покажу. Кстати, друзья, такой важный момент. Если вы сделали депозит на основной кошелек, то для того, чтобы начать торговать, вам нужно из основного перевести на торговый кошелек. Как это сделаем? Просто переходим в активы, далее основной. Теперь перевод. И выбираем ту валюту, которую нам нужно перевести. Ну, например, USDT, да, сюда там вводим сумму. Она отображается некорректно, нужно вводить ее вручную лучше. И просто переводим на торговый аккаунт. Далее переходим опять же на вкладку с акцией. Теперь давайте пойдемте делать торговый объем. Нажимаем торговать. Нам нужно сделать $500. В поиске вводим валютную пару ATH-USDT. Ну вот таким вот образом. ATH. И выбираем ее. Нам нужно... У меня сейчас на балансе получается $217. Мне нужно... Ну давайте 3 раза я куплю, продам. И еще раз куплю. И получится у меня... больше $500 торгового объема. Вот, кстати, друзья, как раз таки, как я говорил, как вообще не потратить свои средства на комиссию. Есть быстрый вариант, это, да, чтобы сделать торговый объем, мы выбираем просто market order, это рыночная цена, то есть это все быстро выставляется. Выбрали market order, да, ввели по максимум, купили, потратили на это там какую-то копейку на комиссию. И также продали. Быстро, друзья, да, быстро. Но здесь тратится на комиссию. И как вот это вот не делать, можно именно торговать на лимитных ордерах. Выставляем лимит ордер. Примерно смотрим на график, да, какая цена. Вот сейчас нам, получается, нужно купить. Мы покупаем, мы выставляем лимитный ордер. Давайте вот здесь такая вот цена сейчас 0.06383, а мы поставим цену чуть ниже. $63. Ну и все, и 0.0. Также ставим на максимум и ставим купить монетки. Все, друзья, лимитный ордер выставлен, и в течение какого-то времени, я думаю, это недолго будет происходить, он срабатывает, когда цена доходит до того уровня, который я поставил, он срабатывает, вы возвращаетесь и ставите по более выгодной цене, например, если мы поставили 0.063 на покупку, а цену поставим на продажу 0.064. И тем самым мы отобьем свою комиссию и еще заработаем плюс. Ну давайте я все-таки отменю этот ордер, мне потому что не хочется ждать, мне очень лень. Я лучше быстренько потрачу на комиссию и сделаю этот торговый объем. Опять купить. А их не поставил маркер ордер. Так, отменить ордер. Все, чик. Купить монетки. Вуаля. Ну мне теперь, чтобы поучаствовать в следующей акции по монеткам ульти, да, мне нужны USDT. Все-таки мне придется их продать, чтобы у меня на счету были USDT. Готово. Ну и все, друзья, я сделал около $800 объема, этого будет достаточно.
обратно возвращаемся в акцию. И, друзья, и вот здесь оно отображается не сразу, а где-то в течение 2-3 часов у вас здесь появится торговый объем. Так что не переживайте, друзья, оно происходит не сразу. Но здесь обязательно появится общий объем торгов. Ну и давайте я сразу сделаю следующую акцию. Ульти, участвовать. Здесь мы тоже получаем гарантированную оплату в монетках. 500 монеток — это где-то в районе 30 долларов. Также и в монетках ATH. То есть, по сути, мы на ноткоине заработали 30 монеток в худшем случае, а может быть, это и 900 долларов, кому как повезет. В ATH 30 долларов и в ульте 30 долларов. Итого, минимум мы зарабатываем 90 долларов со всех этих трех акций. При том, что мы сделали депозит 115 долларов, потратили на это, на комиссию, ну, грубо говоря, 12-13 долларов. И получается, мы будем в плюсе примерно на 80 долларов. Согласитесь, друзья, неплохо, да? И таких, друзья, акций очень много и по разным биржам. Мы как раз-таки сделаем в нашем комьюнити Top S отдельную ветку и будем качать вот эти биржевые акции, где мы будем практически без рисков зарабатывать неплохие деньги. Всего лишь нужно иметь на счету около 100 долларов. Ну, чуть более, естественно же. Ну, давайте теперь сделаем здесь также 500 долларов. Объем торгов — торговать. Опять нажимаем на валютную пару. Вводим в поиски ульти. Вот они. Я также ставлю market order по рыночной цене по торгу, чтобы это все быстро было. Так, выбираем купить. Так, это у нас 216 объем торгов получилось. Теперь продать. Опа, теперь у нас 430 где-то торгов объема получилось. Давайте еще раз купить и продать. Уже более 600 объем у нас получилось. Ну и вот, в общем, получается более 800 долларов объем торгов. Что получается, друзья? Я потратил примерно 1,5 доллара на все это дело. Потратил 1,5 доллара, заработаю за это 60 долларов. Согласитесь, друзья, неплохо. Ну, а на этом, друзья, у меня, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Давайте пишите в комментариях, как вам вот такая вот акция, если я буду побольше снимать роликов именно по таким акциям. Развивать именно такие вот заработки, где уже мы сразу можем что-то заработать, а не тупо сидеть, тапать по экрану и зарабатывать непонятно какие монетки. Ну, только здесь такой один нюанс. Без вложений здесь не получится заработать никак. Нужны какие-то минимальные вложения. В данный момент это я рекомендую 115-120 долларов сделать депозит. С ним ничего не произойдет. Этот депозит будет ваш. Ну, только вот этот единственный подводный камень. Депозит должен продержаться до 27 июня. 27 июня вы получаете и награду в токенах, в самих этих акциях, и, конечно же, свой депозит возвращаете. Делайте с ними, что хотите. Можете это дело развивать дальше, переходить в другие акции по другим биржам и зарабатывать там на подобных акциях. И либо сразу зафиксировать прибыль и гонять дальше свои 120 долларов по остальным биржам. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока.